Ну что, хожу я по русской земле и рассуждаю об Израиле. Весьма каноническая картина. В общем, речь идет о плюсах Израиля. Еще раз, плюс – это здравоохранение, само по себе сильное, и, а что самое главное, оно доступно любому человеку, вне зависимости от его социального положения. И потом там нету такого, что все блага жизни определяются, значит, знакомствами с какими-то структурами министерскими. Там, вот насколько я узнал, этого нет. То есть ты любой самый простой человек, у тебя есть медицинская страховка, и тебе сделают все. Абсолютно все. Да, медицинская страховка дорогая, да. Там бешеные налоги, и ты, у тебя мало остается сбережений, если ты работаешь, там, если ты работаешь, ты живешь, и ты можешь себе позволить там ездить по заграницам и так далее, но сбережений остается мало. Потому что все сжирают налоги и прочее. Ну, кстати, в Штатах тоже так высокие налоги. Вот. Ну и второе, после здравоохранения, что преимущество? Ну, что это государство простых людей, насколько я это понял. Что ты там, если ты там водитель автобуса, не как у нас. Я везде слышу рассуждения, типа, человек должен чего-то добиваться. Я вот этого не понимаю. Если каждый водитель автобуса будет чего-то добиваться, кто будет водить автобус? Скажите мне. Я не могу понять. Мои тыковки это никак не умещается. Не понимаю я этого. Ну, тупой. Да, этот вот лэп, сейчас я в сторону Москвы. Вот это у меня лэп в сторону Чехова, он виден.